Селезнева, Лена Лепирова, и мы в масочках, чтобы напомнить вам, что их надо носить. Лена, сразу хочу сказать, какой хороший день, какое красивое платье. Даже хочу посмотреть на тебя полностью. Да, маски посмотри надевайте, потому что иногда можно скрыть отсутствие помады. Или... Это очень удобно, в конце-то концов. Ну а сегодня, конечно же, прекрасный день. И сегодня миллион праздников. Мы выбрали самые интересные. День работника гражданской авиации сегодня. Да, с праздником. Поздравляем. Международный день стоматолога, так что... Об этом мы еще сегодня обязательно поговорим. Да. Также Международный день пиццы, если Давайте. Вы не знали. Отпразднуем это пепперони, маргариты и... Любимый праздник. Да, а еще сегодня день, а просто хорошо. Потому что, а почему нет? В конце-то концов, начинаем этот день и уходим в нашей плазме. Просто хорошо уходим. Лена, покажи свой любимый танец. Я думала другой. Мне тут... Птичка на хвосте принесла новость так. о том, что у тебя в ближайшее время будет бракосочетание. Что за птица такая? Говорливая. Птица-говорун. Ну и знаешь, что ты особо-то не скроешь. Ну ладно, это не секрет, правда. Да. Я хотела спросить, уже какие-то есть идеи, как будете отмечать это все событие? Всегда все варьируется. От того, чтобы давайте поедем в Лас-Вегас, до давайте вечером просто нажарим картошки. Вот все пока что скачет туда-сюда. Ну если что, у меня есть для тебя предложение. Например, у нас тут молодожены решили пожениться, но для этого нырнули в Индийский океан. Почему бы и нет? Собственно, очень просто это сделать. Да, просто жених очень любит дайвинг, и родители напомнили ему, что помимо будущей жены есть у него еще любовь 12-летняя, это как раз-таки дайвинг. Но девушка сначала сопротивлялась, но потом он каким-то чудом заманил ее в бассейн 2 раза. Она попробовала, в общем, побыть дайвером, и ей понравилось. И поэтому их бракосочетание произошло на глубине 18 метров, 45 минут это все происходило. Причем там даже был человек, который зачитывал молитву. Ну вот непонятно, он зачитывал, как пропузыривал эту молитву. Мне кажется, что это было. А интересно, какие были клятвы еще? Вот тоже. Вот такие примерно были клятвы. Все, в принципе, понятно. В любом случае, они теперь соединились навеки, их души. Ура! Любовь восторжествовала, друзья! Ну, а если, например, вы хотите как-то сыграть свадьбу, но далеко ехать не хотите, можно, например, поехать вот в Украину. Нью-Йорк. Например. В Нью-Йорк. Ну, в Украине же. Просто в Украине один из поселков хотят переименовать в Нью-Йорк. Дело в том, что он до 1951 года так и назывался. Нью-Йорк. И теперь, в общем, один из там депутатов предложил переименовать обратно в Нью-Йорк и сделать эту станицу достопримечательностью. Он даже сказал, Нью-Йорк может стать экономическим чудом. Мне кажется, что это уже произошло. Неожиданности. Да, но Донецк, который Нью-Йорк, да, вполне экономическое чудо. 10 тысяч человек там проживает, и они могут тебя назвать нью-йоркцами. Все. Я из Нью-Йорка. Да. Big City Life. Big City Life, да. Кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Украине. Кто-то в Старовеличковской, да? В Старовеличковской, например, Лиза. В общем, я побыла в станице Старовеличковской. Мне сказали по секрету, что там люди всего проще всего просыпаются по утрам. Это для них какая-то радость. Но для меня это всегда проблема. Я решила проверить, правда ли это. Ну, а правда это или нет, вы сейчас узнаете. Привет! Мы сегодня приехали в станицу Старовеличковская. Ходит слух, что люди в этой станице всегда просыпаются с хорошим настроением и всегда встают с той ноги. Что это за магия и как это происходит, мы сейчас с вами узнаем. Беспредельничай. Да поболтать хотела с вами. Пойдемте поболтаем. Да пойдемте. Нам сказали, в вашей станице лучше всего и легче всего вставать по утрам. Я не местный. Да какой секрет хорошего утра у вас в станице? Ну потому что солнышко светит, наверное, тепло. Поэтому и хорошо просыпаться. С вечера на грядке поработать хорошо. Потрудиться. Я всегда хорошо просыпаюсь. Да? В любой станице, да. Так все просыпаются по утрам. Ну, свежий воздух. И настроение хорошее, весна начинается. И все?
Ну, наверное, тепло, хорошо. Очень хорошая вода, мягкая и вкусная. Секрет хорошего утра? Да. Ну, улыбающиеся дети и супруга. Зависит от предыдущего дня, как прошел. Ну, у вас большинство... И какие соседи? А вы коренная прям, местная? Нет, я не местная. Не коренная, но у меня жена коренная. Я недавно в этой станице, ну, сама я, конечно, с Речёной Балки здесь. Я приезжу. Так, интересно, почему сюда приехали? Что сюда тянет? Это было очень давно, еще в 90-м году, и я тогда был в таком возрасте, когда я не принимал решения. Очень нравится. Что больше всего нравится? Что тепло и солнышко светит, что морозов нет. Мы сами с Кемеровской области сюда приехали, в Сибири. Людей еще толком не знаю, вот так вот хожу, гуляю, сама осматриваюсь, еще толком даже станицу толком не знаю. Все здесь я нравится? Я коренной, конечно. Спасибо. Я предан своей станице, живу здесь. Что пожелаете тем, кто приезжает, тем, кто здесь живет? Ой, интересный вопрос. Те, кто приезжает, чтобы соблюдали традиции станицы. Коренных почитали. Здесь здороваются. И самое, что мне нравится, что здоровается молодежь. Вот идешь, а они здравствуйте, школьники, здравствуйте. Ой, да здравствуйте, мои хорошие. Ну что новенького? Ничего нового нет. Станицы? Да. Да все отлично. Весна наступает, и все новости интересные. Ждем потепления. Да. Тепло идет. Ну, станица сама по себе хорошая, да. Спокойно здесь все, ну, как обычно. Угу. Ну что, скажите, какие тут профессии вообще востребованы? Я не знаю. Это надо у молодых спрашивать, но не у меня, у пенсионерки. Да. Наверное, это, я думаю, что социальные услуги. Ну, как это, и соцработники, угу, которые обслуживают бабушек, дедушек. Продавцы, вы видите объявления, угу, да? В основном требуются продавцы. А вот мы приехали посмотреть станицу. Куда сходить, что посмотреть, у кого что спросить? Ну, просто вот в парк пойти погулять. О, и... тут еще парк есть. Да, и парк есть, и вот здесь вот парк есть. Вот. Ага. У нас кинотеатр есть. А, да вы что? Конечно, в ДК зайдите, там вам расскажут. Завтрашнего дня кружки открываются детские. Да, петь будут, танцевать там. Да, ходила вот недавно в храм, Свято-Троицкий храм. Очень красивый храм, мне там очень понравилось. Ну, в центре мне нравится. Зал борьбы, не зал, а комплекс дзюдо. Ну, бары есть. Посмотрите, вот у нас сделали новую аллею, улица Братьев Шаповаловых. Угу. Там тротуары, лавочки поставили, можно свободно отдыхать, деревья посадили, дом культуры облагородили. Ну, для молодежи здесь делать нечего, я сразу вам говорю. Угу. В районе вот открылся недавно плавательный бассейн, ну, наверное, вы знаете. Самый лучший день в станице. Ну, я считаю, 9 мая. У каждой семьи, у каждого человека есть родственники, которые воевали, которые сражались. И у меня в том числе отец, он две войны прошел, финскую и отечественную. Кубань-24. А, Кубань-24. Ну, это... Будете смотреть нас? Ну, а вы меня будете показывать? Конечно. Лучше не надо, да? Ну что, секрет станицы Старовеличковской очень простой. Чтобы было хорошее утро, нужен чистый воздух, вкусная вода, ну и, конечно, улыбки и смех ваших близких. Так что берем этот совет и пользуемся. Ну что, Лена, просто берешь, пользуешься советом, дышишь чистым воздухом, пьешь вкусную воду, и все будет хорошо, и утро будет хорошее. Или просто переезжаешь в Старовеличковскую. Ну, кому что удобнее. Ну, а мы продолжаем же. Да, и удобнее на диване. Да. Я как будто твоя опекарь. Рядышком такая. Где волшебная палочка твоя спрятана? Ой, я тебе не покажу. Кто бы сомневался. Ну, вообще, женщины, они те еще. Феи. Феи. Волшебницы. Феи-волшебницы. И они феи-волшебницы прежде всего своей собственной судьбы. Вот женщина из Британии, например, она уволилась с госслужбы и стала, как я это называю, заклинательницей кошек. Вот, и странная идея. По словам британки Джуль Энн Торн, она прекрасно понимает эмоции кошек, животных и может объяснять людям, чего же хотят наши кысеньки-мурысеньки. Все началось еще лет 9 назад. Она побывала в зоопарке, и ей внезапно около клетки с гепардом стало грустно, тоскливо, захотелось плакать. Она не поняла, что это было. Потом она узнала, что эта самка гепарда совсем недавно потеряла самца своего. Трагедия. И очень страдала. Поэтому она поняла, что она чувствует кошаков и может помогать
другим тоже их почувствовать. Стоит прием всего-то 20 тысяч рублей. Она плюс еще может травушки выписать вашей кошке. Она варит зелье, получается. Варит зелье. Поэтому, если вы хотите понять, почему ваш кот сидит и уперся в стену, смотрит. Всего лишь 20 тысяч рублей понадобится, чтобы на прием сводить, и все. И вы поймете, что у кота депрессия в связи с тем, что, не знаю, корм недостаточно сух. Да, работа бывает разная, бывает сложная, бывает легкая. А вот, например, мне кажется, мамам в декрете очень сложно найти работу, и вообще люди же не работают. Потому что хочется все успеть и с ребенком побыть, и поработать, и так далее, и так далее. Вопрос очень серьезный и интересный. Сегодня будем с ним разбираться, и нам помогут Екатерина Гончарова и Наталья Филипьева. Это что за красавчики к нам пришли? Мама работает. Да, кстати, представим вас. Екатерина Гончарова, руководитель социального проекта «Мама работает». И Наталья Филиппова, педагог швейного коворкинга «Шью сама». Все так. Все правда. Девочки, расскажите, что вообще за социальный проект «Мама работает», как он появился? Проект очень классный, нужно сказать сразу, что все с самого утра поняли, подписались на наш инстаграм, и особенно если они мамы в декретном отпуске. Мы помогаем мамам в жизни и в бизнесе, как бы это ни звучало, так статичненько, да, но тем не менее, у нас есть образовательные курсы разные, мы обучаем SMM, есть курс «Мама-менеджер по продажам», есть курс «Сам себе риэлтор», то есть мама, приходя к нам, самое главное, без отрыва от воспитания детей, может развиваться. И что найти, сейчас да, происходит? Вот, да, прямо в данный момент, с комментариями, совсем как полагает. Почему вообще шитье? Мы хотим напомнить, вернее, рассказать всем, что недавно вы выиграли президентский грант на открытие швейного коворкинга для женщин. Мы вас с этим, конечно же, поздравляем. Спасибо. Да. И это, то, что вы выиграли грант, означает, что для всех женщин это бесплатно. Абсолютно верно. Бесплатно и обучение, и няня. То есть любая мама может прийти к нам в коворкинг, в тот самый швейный, со своим маленьким ребенком, и пока она учится, с ее ребенком сидит няня. А какое-то ограничение по возрасту есть? От скольки до скольки? Дети от годика. Ну, главное, чтобы они ходить уже могли, потому что малышам все-таки сложновато. А основное, мама приходит просто без отрыва, вот за соседней, как мы сейчас с вами, малыш мог бы быть рядом в соседней комнате, заниматься с няней, пока мама, Наталья в данном случае, преподает им швейное дело. Да, мамочкам. Наталья, как раз, кто может стать участником вот этого швейного коворкинга? Какие-то есть ограничения? Нужно ли какое-то оборудование вообще? Ну, оборудование, конечно, нужно. Это швейные машинки, ну и все необходимое оборудование, которое мы уже продумали заранее, запланировали. Я имею в виду, что женщина, вот, если приходит, нужно... она с собой, да, должна что-то принести? Нет, нет, вот в том-то и фишка, что... Может, ребенка. Да, у нас все для этого будет, все необходимое для этого будет. Об этом мы позаботились, То есть грант был выигран на то, чтобы мы закупили все необходимое оборудование, чтобы там были все оверлоки, распашивальные машинки, швейные машинки, прямо строчки. Я даже не знаю, откуда я знаю все эти слова. Пока писали грант. Посидели рядом с Натальей. Да, опылилась. Да, мы обсуждали. Это же не первый грант. Первый был как раз на продаже, на SMM. Почему сейчас швейное дело? Вот какая потребность именно в этом? Ну, очень многие мамы, давай я начну, потому что ты продолжишь. Очень многие мамы, они ищут себя, находятся в поиске. Я говорила, много раз говорю, что время декретного отпуска, это время полета. Да, мужчины, обожаю эту формулировку. Это время поиска в себя, и когда, как не в это время, смотреть вообще, что ты можешь, хочешь. И многие мамы становятся предпринимателями в это время. Вот про Наташу надо сказать, что она многодетная мама, у нее трое детей, и это младший ребенок. Да, поэтому тут все, как бы, все совпало. Мы первостепенно ставим задачи этого швейного коворкинга, организацию работы мам многодетных, малообеспеченных семей, мам с детками, малышами, мам, которые в одиночку, да, воспитывают детей. То есть всем этим мамам мы предоставляем возможность бесплатно получить для себя новую профессию, а потом нравится, не нравится, она уже может это внедрить и зарабатывает на этом деньги. Так. Это здорово. Вот если, например, Наталья, вот если к вам придет папа в декрете, все говорят, что бывает мама в декрете, но бывает же папа в декрете. Что если так? Ну, если у папы будет потребность шить и зарабатывать на этом деле, то почему нет? Сейчас это, кстати, хорошая тенденция, очень много пап-швей. Вот, я скажу про себя, что да, когда я пришла в проект, пошла вот в третий декрет свой, я нашла себя там, и реально у меня проснулась потребность реализовывать свою давнишнюю мечту. До этого я руководила
швейным, так не швейным, а была руководителем фэшн-индустрии, а тут я вдруг могу реализовать все это сама. О, это вот. Очень здорово. И еще такой момент очень важный, что шитье очень расслабляет. Поэтому я думаю, что если мамочка будет обучаться этому делу, она не только будет получать полезный навык, но и будет еще получать огромное удовольствие. Про швейный коворкинг, это вообще история такая, это была моя мечта. Я очень давно хотела, когда мы открыли проект «Мама работает», я сразу сказала, нам в Краснодаре для мам, для всех нужен швейный коворкинг. Притом я до сих пор шить не умею, чтобы вы понимали. Но нам он нужен. Но мечта есть. Мечта есть. За 2 года 2500 мам через нас прошли, через наши курсы. Это еще говорит о том, какие мамы у нас в городе активные. Да, вот Наталья тоже тому подтверждение. У меня 2 детей, моей старшей дочке сейчас 5 лет, младшей скоро будет 3. И вот эта младшая дочь была вот на этом диване, мы тоже с ней сидели, когда проект только начинался. И вот вместе с детьми растем мы, растет наш проект, наши запросы, потребности, и уже, к сожалению, пока в этом году мы сможем обучить только 120 человек, но это будут качественные знания, и я бы хотела, чтобы Наташа рассказала о том, как будет строиться программа, чтобы если кто-то заинтересован, да, уже к нам мог записаться. Да, мы уже все продумали, и мы рассчитали таким образом, что эти не менее 120 человек, надеемся, что это будет большее количество, будут проходить обучение по блокам. Вот, у нас будет 3 блока, это домашний текстиль, женская одежда и детская одежда. Включили туда основные такие, ну, промониторили тенденции, вот, и включили самые популярные модели, вот, которые я уже отшиваю своему ребенку, себе, проверяйте своему дому. Себе, конечно, да. Вот, поэтому у нас все это будет проходить по блокам. 2 месяца мы будем шить текстиль, 2 месяца женскую одежду, 2 месяца детскую одежду. Вот, соответственно, и полгода вторые точно так же пройдут. Таким образом, мы охватим большое количество участников и научим большое количество молодых мам новому ремеслу. Это очень здорово. Мне хочется, знаете, какой-то сейчас задать алгоритм для женщин, которые сейчас смотрят нашу программу, и они не понимают, это все здорово, куда бежать, как записаться. Бежать в Инстаграм, на нашу страничку WorkMamaKRD, там в шапке профиля есть ссылка, по которой можно зарегистрироваться, и из-за того, что мест не так-то уж и много, потому что есть помещения, да, которые так или иначе не могут вместить в себя такое количество, сколько хочет обучиться шитью. Но надо опять же сказать, что очень большое количество мам уже пишут и хотят учиться. Поэтому заполните анкету, с вами свяжется наш администратор, пригласит вас в группу, и мы будем рады обучить вас. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Ну а вы, девушки, не теряйте времени, занимайте свои руки. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с нами на Кубань-24. Вам напомнить, чтобы вы обязательно надевали маску, потому что это так просто, и ты здоров, и люди здоровы, и близкие, и защита, окружающие. Прежде всего. Ну а мы начинаем этот, продолжаем этот прекрасный день вместе с вами и проходим к нашей чудесной классе. Такое счастье. Сегодня вы как из балетной школы пришли. 2 балетески. Сбежали, просто можно сказать. Да.
Вот иногда бывает такое утро, ты встаешь и хочется навсегда уснуть. И даже не утро, ты вот просто хочешь, чтобы ты уснул, и все плохое с тобой сразу же в этом сне испарилось. Ой, Лиза, страшные вещи какие-то говорит. Ну, в общем, речь, я знаю, о чем ты говоришь. Да. Речь идет о парне, который уснул, ну как уснул, он после аварии впал в кому еще в начале марта прошлого года. То есть он, в принципе, даже не знает, что такое коронавирус. И причем он за это время переболел 2 раза. Это странно, как это так произошло. Чему аплодируют люди, пока не понятно. Ну так вот, он переболел, и он сейчас проснулся и не понимает, почему не пускают к нему родители, что вообще происходит. Что в этом мире изменилось? Мы скажем тебе, милый, да ты проспал все самое ужасное. Поздравляем тебя, дружочек. Все, скоро наладится, будет хорошо. Есть и такие интересненькие новости. Например, итальянская мафия велела скорым перестать пользоваться сиреной и мигалкой. А все потому, что, видите ли, это пугает наркоторговцев и их клиентов, которые путают скорую с полицией. Так что, Скорая, ну как не стыдно. Да, умение прислушиваться к сотрудникам 10 из 10 просто. Да. Ну, не знаю, прислушаются или нет. В общем, из следующих прекрасных новостей. Из использованных масок австралийские ученые предложили делать дороги. Ну вот, одна разумная новость. Наконец-то нормальная новость. Во-первых, бетон становится прочнее, пластичнее. А во-вторых, на километр дороги выходит 3 миллиона масок. И то получается все равно дешевле, чем какие-то другие более крепкие материалы. Вот мне интересно, из чего делаются наши дороги? Мне картофель, очистки или что-то еще такое интересное? Мне кажется, растворимая лапша. Когда дождь идет, она растворяется, и что-то там все время происходит. Что-то происходит. А что нас ждет вообще? Дожди, снега, лед или солнышко? Расскажет нам Саша Калужин. Расскажи, пожалуйста, нам про погоду. Разбавим нашу женскую компанию. Бежит, мучится. Ты с такими хорошими новостями к нам пришел, да? Ну, как сказать. Сань, как ты себя ощущаешь с двумя девчонками-то рядом? По-моему, так, у него две дочери, поэтому... У меня же двое детей, у меня же жена есть, я бы сказал, конечно. Выключите камеру, скажу. Сань, мы хотели тебе показать, что вообще в Краснодаре... Ну, ты, конечно, и без нас знаешь. Но что вот сейчас, буквально в последние сутки, происходило в Краснодаре, хочется показать тебе один видеоролик. Дело в том, что... Актуальненько. Актуальненько. Ну вот, друзья, краснодарцы двигают троллейбус. Студенты. Возможно, студенты, да. Потому что погода такая, что даже троллейбусы никуда не ехали. Да, друзья, действительно погода. Так, девчонки, я предлагаю вам толкать друг друга на диван. Маску маску заберите с собой, яму залатайте. Ты какой? Да, пойдем делать дороги. Да, друзья, ну что ж, я предлагаю немножко откатиться назад, что касается погоды, и начнем с прошлой пятницы. Тогда у нас была еще температура плюс 12 и никакого снега. И уже к воскресному утру высота сугробов достигла 24 сантиметров. Это, кстати, больше, чем в предгорьях Кавказа. Да, друзья, похолодало. У нас, да, заметили, как вчера похолодало, да, температура не поднимается у нас выше 5 градусов. Ну, все-таки Кубань, а где-то в центральной России. Вы заметили, кстати, да, что все выходные в соцсетях, особенно это касается женского пола, все, мы на Кубани, у нас весна, у нас сейчас майские температуры, не то, что у вас там где-то в Якутии. Да, друзья, хотели, получите, вот настоящие, скажем так, морозы. Посмотрите, все это большой холодный циклон. Угу. Дождались, друзья, зима опять к нам вернулась. Я знаю вообще, на самом деле, что происходит. Вот на Кубани очень много переезжает людей с севера. Угу. Кому я рассказывала? Да. Оба севера. Мне кажется, погода просто начинает подстраиваться под этих людей. И поэтому вот происходит все такое. Да, друзья, действительно. И вот опять же, что было актуалочку вам сейчас приведу. Да? Ну-ка. Знаете, что такое дубак-челлендж? Нет. Не знаете? А из зрителей кто-нибудь знает? Снимал кто-нибудь дубак-челлендж? Нет? Нет. Если вы не понимаете, о чем я веду речь, пожалуйста, покажите нам на плазму. Дубак-челлендж? Просто да. Когда сильный мороз, у меня так не получилось, конечно, на Кубани, ты кипяток вот так вот подбрасываешь. А сколько должно быть градусов минус? Где-то минус 40, минус 50. Ого! Как-то раз кто-то у нас на Урале с
балкона прыснул воду, но не рассчитал, что у нас не такие температуры. Понятно. Да, давайте посмотрим температурные показатели, друзья, что нас ожидает в ближайший день. Посмотрите, да, в принципе, не все так плачевно. Сегодня-то уже начинает теплеть, балканский циклон приходит к нам опять. И посмотрите, в Сочи плюс 14, а в городах и предгорных районах до плюс 15 градусов тепла. В Ейске, понятно, плюс 5 градусов. Новороссийск, Геленджик, Туапсе до 13 градусов тепла, как на подбор. Давайте посмотрим краевую столицу, город Краснодар. Я напомню, что, друзья, балканский циклон именно нас, он спасет. Сегодня ожидаются дожди у нас, утром до 4 градусов, днем плюс 11 градусов, солнышко выглянет и будет согревать нас уже своим теплом. Вечером до плюс 9 будет у нас температура, ветер преимущественно юго-западный, до 7 метров в секунду, давление стабильное, давление стабилизируется, вполне будет нормально, голова не будет болеть, ну и, конечно же, балканский циклон всему спасение. Циклон, балканский циклон придет, да? Вот, я не знаю, почему никто не аплодирует такой хорошей погоде, потеплело же, ну, потеплело, друзья! Все эти ледышки, то есть, которые были накануне, ой, Сань, ну прости. Ну, две девчонки давай, за столом, ну, понимаешь, мы растерялись. Спасибо большое за чай. От этой погоды. Да, мне просто интересно, все вот эти ледышки, они все, получается, растворятся, и можно будет спокойно ездить по лужам. Да, сегодня опять будут у нас дожди начинаться, опять запахнет весной на Кубани, но ненадолго. Так, потом а можно поподробнее чуть-чуть? Когда друзья, опять, если качели. У вас буквально рот не поворачивается, чтобы реагировать на всю эту погоду, то специально для вас следующий наш совет от Аи Якусовой – логопедический массаж. Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами про логопедический массаж. Зачастую приходят родители и говорят: «Сделайте моему ребенку логомассаж, чтобы он заговорил». Но я всегда говорю о том, что логопедический массаж, он делается только по показанию невролога. Конечно, если логопед сам видит проблему, да, у ребенка и видит, что без логомассажа ему не справиться, он может предложить родителям провести курс логомассажа. Для чего же он нам нужен? Логомассаж нужен для того, чтобы убрать тонус, если тонус очень повышенный, ребенок не может справиться со своей артикуляцией. Либо, допустим, если тонуса совсем нет, да, у ребенка язык у него лежит, он не может его ни поднять, ни пошевелить, он ничего сделать не может, то мы, наоборот, мы должны активизировать и придать ребенку тонус, чтобы он мог работать своим языком правильно. Поэтому, конечно, мы начинаем делать либо расслабляющий массаж, либо активизирующий. Массаж можно логопедически делать руками, либо зондами. Массировать мы начинаем со лба, то есть полностью мы проходимся по зоне лба, переходим вот тут, вот мы массируем щечки, и потом мы начинаем массировать во рту. Соответственно, мы должны внутри промассировать щеки, мы должны промассировать язык, посмотреть, какое у ребенка небо, да, сделать там движения, которые нужны, чтобы активизировать все процессы. И, конечно, логопедический массаж – это большая помощь для правильной артикуляции. Когда у ребенка совсем не получается самому выполнять упражнения, удерживать их в позе в нужный, да, под нужный счет, то это большая поддержка, помощь. Родителям я не рекомендую самим, да, очень часто родители говорят: я посмотрел в интернете, я вот сам ему сделаю. Не надо, потому что надо понимать, как правильно делать, либо расслаблять, либо наоборот активизировать. И тут уже, конечно, лучше обратиться к специалисту, который вам поможет и сделает это все правильно сам. Спасибо большое Аи Якусовой. А мы хотим напомнить, что сегодня Международный день стоматолога. И как раз в гостях у нас сегодня Сати Аджимян и Сироп Аджимян. Сейчас мы поговорим о стоматологии. Ух, и не только! Здрасте. Знаете, ребята, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала у меня сразу же куча вопросов. Сати Аджимян, главный врач стоматологической клиники, чтобы вы понимали. А Сироп Аджимян, руководитель стоматологической клиники. Управляющий. И еще и музыкант. Да, но об этом мы позже, правильно? Потом поговорим. Знаете, я сначала хотела первый мой вопрос. Как заставить ходить себя к стоматологам регулярно? Ну вот приходите вы, такие все... прекрасные, я думаю, это уже очевидно становится. Но если честно. Я думаю, что на этот вопрос Сати хорошо ответит, так как она... Да, нужно просто влюбиться. Сироп мой пациент. И забрала навсегда. Как это прекрасно. А что, если не влюбился?
А зубы лечить А надо. Если влюбился в телеведущего, допустим, скажу, что делать? Я всегда стоматологов боялся. Но в итоге вот супруга моя стоматолог. Как это прекрасно. Да. Это интересно. Повернулась так судьба. Это классно, на самом деле. Ребят, а вот как профессионалы, правда, скажите. Вот это же очень важно, регулярно посещать стоматолога. И многие люди игнорируют этот факт. И ходят раз в жизнь. Это я. Так расскажите, как ходить регулярно? Как себя заставить? Какой-то график? Вы знаете, на самом деле сейчас стоматология – это уже совсем другой мир, другие технологии, новые методы лечения, да, новый подход. Очень красивые врачи. Очень красивые врачи в том числе, да. Красивые клиники, да, сервис. Очень удобно и комфортно находиться в самом кресле стоматолога. Поэтому я вас приглашаю. Вам обязательно понравится, да. Ну и... Меняйте представление о стоматологии, но придите хотя бы раз ко мне на прием, и я вас уверяю, сразу поменяется мнение вообще о стоматологическом. У меня нет в этом сомнений. Вообще, ребята, а бывает такое, что друзья где-то на вечеринке такие, а посмотри, у меня здесь дырка. Профессиональная лезет в дружбу. Вы знаете, не только при встречах, да, бывает даже по видеосвязи звонят, а у меня там кариес, посмотри, полечи. А я-то думала, ты соскучилась, ты подруга. Мы хотели сразу спросить у вас про мифы, есть уже определенные стоматологические. Говорят, что нужно, вот, например, менять зубные щетки сколько-то раз в месяц. Абсолютно верно, как да. Часто? Сколько? Зубные щетки нужно менять, во-первых, после профессиональной гигиены сразу же. Ну и раз в 2-3 месяца, в зависимости от того, какой щеткой пользуетесь, электрической либо мануальной, ну и следовать рекомендациям вашего стоматолога. Вопрос туда же. Чистить зубы 2 раза в день или после каждого приема пищи, или достаточно одного? Я знаю человека, который говорит, ну, когда у меня грязно, я почищу. Правда, я знаю такого. Причем зубы у него идеальные. Я не знаю, что это за нонсенс такой. Я тоже знаю таких людей, но нужно делать это вовремя, своевременно, да? Один раз утром, один раз вечером. Чаще не нужно ни в коем случае, потому что главное не навредить, да? Угу. Ну и пропускать тоже не нужно. Серег, мы знаем, что вы еще и музыкант, кроме как стоматолог. Да, на самом деле вот творчество и, скажем, да, сфера вот стоматологии, это немножко разное. Ну, немножко. Правда, что, кстати, еще и начальница ваша. Да, да, как музыкальный директор. Скажем, у нас такой семейный тандем, на самом деле. Здорово. Я директором являюсь в стоматологии непосредственно, она с главврачом. И наоборот, она моим директором уже все время музыки и творчества. Вы еще и ведете мероприятия, и чего только, чем только не занимаетесь. Да, да, у нас музыка, ведение, на самом деле, вот национальная, интернациональная часть вот, по России, на самом деле, угу. Приглашает везде. Мы знаем, что вы для нас приготовили музыкальный какой-то номер, композицию. Да, и да, будете да. Сегодня выступать не один. Все верно. Значит, у нас уже на Ютубе более 3 миллионов просмотров. Вау! Да, да, на эту песню. Совсем случайно эту песню написали, значит, друг звонит, говорит, есть классная песня у меня. Говорит, нужно некоторые моменты подкорректировать. Значит, так. Встретились где-то минут 5-10, потом поехали на студию, записали, и вот и родилась готовили. Такая песня под названием «Верни ее». Скажу так, что в основной части написал Just Bro эту песню. Непосредственно сейчас все вместе послушаем. Надеюсь, понравится. С удовольствием понравится, да. Послушаем. Проходите, пожалуйста, да. И порадуйте нас вашим исполнением. Спасибо. Еще вчера встречал тебя с цветами, еще вчера я жил мечтами. Последние минуты, что мы вдвоем, а ты ушла, захлопнув дверь, не выслушав о том, что нет любви дороже, что полюбил тебя всем сердцем я. Уходи, уходи, не возвращайся, больше вернуться ко мне не пытайся. Ты сделала шаг, что еще хочешь ты? Ой-ой-ой, не хочу, не хочу видеть тебя. Я пытаюсь забыть, но мысли терзают. Верни ее, слышишь ты, верни ее. Ой-ой-ой, уходи, уходи, не возвращайся, больше вернуться ко мне. Не пытайся, ты сделала шаг, что еще хочешь ты? Ой-ой-ой, не хочу, не хочу видеть тебя. Я пытаюсь забыть, но мысли терзают, верни.
просишь, ты верни ее. Ты ушла, не дам сказать ни слова, а тебе вернуться хочешь снова. Как мне поступить, как быть с тобою? Ты больше не моя, и я уже не твоя. Ведь у себя, что для тебя я чужой, и дверь за собой навсегда закрой. Уходи, уходи, не возвращайся, больше вернуться ко мне не пытайся. И сделай шаг, что еще хочешь ты. Не хочу видеть тебя, я пытаюсь забыть, но мысли терзают. Верни ее, слышишь, ты верни ее. Уходи, уходи, не возвращайся, больше вернуться ко мне не пытайся. Ты сделала шаг, что еще хочешь ты. Не хочу видеть тебя, я пытаюсь забыть, но мысли терзают. Верни ее, слышишь, ты верни ее. Самой классной музыкой. Напоминаем, что необходимо носить маски для безопасности своей и окружающих, что еще важнее, мне кажется. Ну еще мы напоминаем, что сегодня просто замечательный хороший день. Как минимум. И хотим поведать вам очень много всего интересного. Ну, как минимум, хочется рассказать про расследование собачьего преступления. Каково это бывает, когда ты приходишь, а дома нашкодили, но у тебя две собаки. Спроси меня, спроси меня. И у тебя, ну, у тебя же одна собака? У меня одна, нашкодит она за пятерых. Вообще, если у тебя две собаки, и ты не знаешь, какая из них нашкодила, мне кажется, следующий способ выяснить вам поможет. Вот, например, дыра в стене. Ну, ты сделал? Он такой, ну, нет, не я. Кажется, это и был я. Все написано на лице у собаки. Да, все написано на лице. Мне интересно, что там за челюсть у собаки, которая выгрызла вот так стену, я не понимаю. Немножко неадекватная, явно. Ну, а мы продолжаем, конечно, друзья. И у нас сейчас все изменилось, вся ситуация, конечно, в связи с коронавирусом. Мы всегда проверяем температуру, и мы на входе в студию, и, в общем, всегда. Все проверяют. Ну и, в общем, есть самый точный способ измерить температуру. Действенный. Давайте посмотрим, какой же это способ. Вот. Причем вот в руке у нее градусник, если кто-то не заметил. Но нет, и знаете что? Тут есть парень, который не прошел этот тест.
Ха! У него был слишком горячий, слишком был лоб. Понимаете, вот рука мамина, ее не проведешь, или бабушкина, ее не проведешь. Так оп, и все, стало понятно. А у тебя было такое, что ты очень в школу не хочешь, но ты прям болеешь, и мама такая... Да нет, нормально. Иди. Ну, а мы от болезни к чему-то более позитивному отправляемся. Позитивному и вкусному. И вкусному, друзья. Мы сегодня будем отмечать Международный день пиццы. Вы заинтригованы? Мы тоже. Тогда не переключайтесь. Остаетесь, потому что у нас здесь уже такая движуха, мы уже здесь курицу пожарили. У нас мы такой сейчас... запах по студии уже разносится. Да, невероятно. А да. Потому что сегодня у нас в гостях Роман Моисеев, добро пожаловать. Привет, и Полина. Архангельская у нас сегодня. Прекрасная фамилия, кстати. Блогеры, ведущие, более того, кулинары. Правильно? В меньшей степени, да. Но... Ребят, понимаете, вам придется отчитываться, потому что мы только что сказали, что мы будем готовить пиццу, что сегодня Международный день пиццы. Да. И где будем тесто? Его праздновать. Где тесто? Да, задача со звездочкой. Дело в том, что мужчина может выбрать, да, что утром приготовить для своей девушки. Может быть, заказать пиццу или приготовить крутой тайский салатик. Вот да, такой сейчас вот... очень сложно с путешествиями, да, поэтому немного... Тайская кухня для вас. Хитро, Роман. Да. Но мы все равно от вас будем ждать пиццу, может быть, как и в следующий раз. Ну, а сегодня у нас тайский салат. Мы начнем, да, мы обжарили уже мясо. Да. Нам нужно определиться, кто что будет резать. А я думаю, что все на мне, да? Ну, давайте я беру перец. Я сегодня просто ем. Так, а как его разрезать? Это должны быть дольки или кубики, или что? Длинные полосочки. Длинные полосочки? Вот это действительно задачка со звездочкой. Да, тонкие. Ты справишься, дорогая? Я постараюсь. Так, я вас научу чистить лук, правильно? Итак, что, да. У нас, что нам нужно для приготовления этого тайского прекрасного салата? Перец, огурец, помидоры черри, лук по вкусу. Вы вообще любите лук? Не очень. Ну, придется, потому что да, я уже начал. Для здоровья надо. А заправка какая? А заправка у нас будет яблочный уксус, да? Соевый соус. Соевый соус и масло. Да. Ну, специи по вкусу. Да. Друзья, ну и обратите внимание на отменное качество наших продуктов, потому что Роман сделал сюрприз и выбрал все сам самостоятельно. Это заметно. Вот эти бодрые перцы, бодрые огурцы, шикарные, огромные помидоры сегодня. Все для нас. Слушайте, ну все как из жизни. По-мужски. Да, по-мужски, потому что он хотел сделать сюрприз. А там уже что, знаете, в ночном ларьке рядом с домом было, уже все, вот это все и взял. Итак, ребята, расскажите, пожалуйста, кто из вас вообще главный повар? Потому что пока режете вы, ну, плюс-минус одинаково. Да. Только я тут у вас выделяюсь. Главный повар у нас, это, конечно, Полина. Она шикарно готовит, просто потрясающе. Это может быть не сразу заметно, но... Слушайте, она только верит, человек. Это очень вкусно, да. Я просто не беру сегодня пальму первенства, потому что это ваш звездный час. Как любой мужчина, очень люблю готовить и очень плохо это делаю, наверное. Да. Но я стараюсь. Слушайте, у вас гениально порезал лук. Я умею резать лук. Смотрите, как мы это делаем. Так. Вот так надрез. Лайфхак. Да, это лайфхак мужчинам. Вот так делаем надрезик. Так. А я знаю еще один лайфхак. Подожди-ка, давай с одним разобраться. Поделимся. И он получается ровный, красивый. А, и он не разъезжается в разные стороны. Слушайте, почему только для мужчин? Вот я для себя тоже сейчас открыла это. Нет, я объясню. Я пробовала это повторить, но я плачу просто. Это только мужчина может так долго и так вот. Кстати, да. Рома ни слезинки не проронил пока, хотя целую луковицу практически порезал. Как это вообще возможно? Я натренирован, потому что не знаю, стоит ли это здесь рассказывать. Луковые тренировки. Раз сказал, то да, уже стоит. Да, чтобы быть здоровым. Нужно делать такое упражнение, когда вы готовите для себя, для девушки, для жены, для мужа. Просто берете так и вдыхаете это, да? Так. Да. Я делаю это 3 раза. Не знаю, с чем это связано. Вы все так нюхаете? Нет, Полин не нюхает. Только лук. А кто, вот скажите, есть ли у вас правило такое? Вот я обожаю это правило. Кто готовит, тот не моет. Да. Да. Так, да, есть однозначно. Да, мы всегда же все правильно делаем. А, да, мы можем. Выйду прекрасную чашку, да. Можно уже, у нас огурцы уже готовы, да? Огурцы готовы, потом пойдут следом лук. Лиза гениально нарезала тоненько огурцы. Я перфект, сказка. Так, а мы лучок никак не маринуем, ничего с ним быть не делаем. Подождите, кто готовит, тот моет или не моет? Нет, тот не моет, тот отдыхает.
Мою все только я. Получать комплименты, да. Будем смотреть правде в глаза. Это, знаете, кто что любит. Кто-то лучше готовит, но остается что? Остается только помыть посудку. Ну, у вас, кстати, есть свой канал на YouTube, который называется «Роман с Полиной». Да. И ребята вот рассказывают, цитата, о своей жизни, о правильных и вкусных отношениях. Вот что за отношения правильные? Какие они, по-вашему? Ну, нужно слушать своего партнера, да? Чтобы меньше с ним ругаться. Хотя не ругаться не получится никогда. Так. Да, даже сегодня мы утром обречены? Мы уже... Мы не обречены, просто нужно уметь выходить из этих ситуаций. Так. Вывод, да. На дороге к вам уже успели поругаться. Да, да вы что? Да, да. Нужно просто подойти к луку. Да, пойдем. Да, это совсем... Это работает. Я думаю, лука здесь достаточно. Достаточно. Так, и что, мы сверху еще курочку туда? Да, или мы выложим сейчас. Давайте красиво, да. А как вы вообще распределяете обязанности свои, скажите, пожалуйста, в доме? Мы распределяем их по... своему состоянию, по внутреннему. Mm-hmm. Если кто-то устал, мы перехватываем инициативу. Нет такого, да, что типа помогаем. Я полы не мою. Нет, такого у нас нет. И вообще, в принципе, да, идея... Отличное решение. Да, идея готовки, она родилась из большой любви и заботы. Потому что Роман, мне кажется, рушит эти стереотипы о том, что вот только женщина должна готовить. Он говорит, нет, любимая, если ты хочешь, я могу сделать вот так красиво. Так сейчас. Так я прямо говорю. Такие милые. Так, ребята, нам надо заправлять и срочно пробовать, потому что у нас меньше минуты буквально остается. Чуть-чуть. А мы дико хотим попробовать это. Так, чуть-чуть. Это уксус яблочный пошел. Да. Момент. Рецепт еще раз знает только Роман. Это сейчас сюрприз для нас всех. Поэтому мы делаем вид, что мы немножечко помогаем. Сколько он стоит, как ружье, оно должно выстрелить. Курицу мы смешиваем. Я думал, мы выложим. У нас есть соевый соус. Мне кажется, он как-то должен поучаствовать. Давай. Я думаю, надо было чуть-чуть. На этапе жарки, да. Он должен был участвовать, но... Вот так? Да. Надо было смотреть наш YouTube-канал. Там видно, что не все рецепты у нас получаются. Ничего, это, знаете, это обычная жизнь обычного человека, который не профессиональный повар. Давайте. Да. Ух! Так, так, так. Смотрим. Именно. А, смертельный номер! Прекрасно. Мне кажется, именно это курицу показывает туда, любовь. Сразу. Потому что, когда ты любишь человека, абсолютно любой рецепт, какой бы он ни приготовил, да? Да. Ну, на всякий случай можно до этого вдохнуть лука немножко. Смотрите, и тогда точно уже слезы счастья. Смотрите, как мы сделаем. Мы сейчас выложим это просто сверху. Все, давайте срочно. Да, и давайте пробуем. Там фигурировали помидоры. Без черри, никуда. Немножко. Лиз, давай, ты там ближе, у тебя есть вилка, давай пробуй срочно. Так, все, последняя проба пера. Давайте. Ну, это красиво, как минимум, я так думаю. И как минимум вкусно. И мы не сказали, что блок у нас назывался, да, хотел как лучше. Почему? Потому что, да, я действительно всегда хочу как лучше. Это самое главное. Радуйте своих девушек. Хотеть как лучше, все делать с любовью и готовить тоже в том числе. Но вы оставайтесь с нами, и наше утро продолжат наши шустрые коллеги. Шустрое утро, Дарья. Доброе утро, с вами Жорка и Шустрое утро. Пора вставать из своих теплых кроваток и начинать делать упражнения вместе с нами, потому что что? Правильно, шустрая зарядка. Чтобы проснуться с нами скорей, руки ты вверх подними веселей. Вдох, выдох, еще раз вдыхай. На выдохе руки свои опускай. Самое время тело размять. Тянем все мышцы опять и опять. Шею свою не забудь покрутить, иначе будет она коротить. Дальше по плану на месте бежать, чтобы не смог ты вернуться в кровать. Медленно, быстро, еще раз давай. С нами работай и все повторяй. Дальше по плану у нас танцевать, прыгать и бегать и мир удивлять. Утру ты смело скорее улыбнись и нашей зарядкой с друзьями делись.
Зарядка была действительно жаркой, нахлынула целая волна позитива. Поэтому давайте погрузимся в мир чего-то волшебного и необычного. Правильно, нас ждет рубрика «Чудеса и не только». Сегодня вы учим фокус с предметами, которые можно легко найти на любом праздничном столе. А именно конфета и стаканчик. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня выучу фокус, знаете, с чем? С конфетами. Да, с конфетами. Ну, вы подсмотрели. Ладно. У меня 4 конфеты. 3 я дам вам. Одну. Спасибо. Можно я съесть? Ну, давай потом. Хорошо, потом. Пока подержу себя. Это тебе конфета, бери тоже. В чем фокус? У меня 4 стаканчика. И я накрою конфету стаканчиком, остальные поставлю просто так. Я их перемешаю. Вот так вот, максимально хаотично. Как-нибудь вот так, вот так. Но, чтобы было интересно, смотри, давай сейчас я отвернусь, а ты можешь стаканчики вот так вот перемешать, чтобы я не знал, где какая конфета. Просто бери и пробуй, перемешай их как хочешь. Да, я не подсматриваю. Да, прям крути, типа, всякому давайте. Вот так. Ага, все? Да. Итак, смотри, у меня есть 4 стаканчика. В каком-то из них находится конфета. Я знаю, в каком. Ты помнишь, где конфета находится? Да. Хорошо. Сейчас думай о стаканчике, в котором находится конфета. Смотри. Я думаю, конфеты здесь нет. Так, 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 так. Я думаю, здесь ее тоже нет. И осталось 2 стаканчика, в одном из них конфета. Итак, я думаю, конфета находится в этом стаканчике. Потому что я могу подсказать. Итак, у вас есть... Теперь можно есть. Не, пока еще рано. Давай, у вас какие-нибудь есть догадки, как это устроено вообще? Нет. Нет? Ладно, давайте, давайте раскроем. Смотрите, я взял стаканчик один и заранее его подготовил. Где дно стаканчика, есть вот такие бортики. Вот здесь. И я взял маркером и поставил точку на одном из бортиков. Я пометил стаканчик, и теперь я точно знаю, где находится конфета. То есть я складываю стаканчики вот так вот, и вот помеченные я кладу сверху. Теперь этим помеченным стаканчиком я накрываю конфету. Все. Остальные просто выставляю как угодно. После этого, я говорю, сейчас я их помешаю. Мешаю стаканчики сам. И после этого говорю, ну, зрителю, чтобы он тоже помешал. Я отворачиваюсь, он мешает стаканчики как угодно. Неважно, сколько угодно их там мешает. Хоть целый день, без разницы. И после этого я поворачиваюсь. И теперь мне нужно взглядом просто найти точку. То есть, ну, помеченный стаканчик. Допустим, я смотрю на стаканчик и точку не вижу. Нужно просто стаканчики так немного покрутить, и тогда я эту точку смогу увидеть. Все, теперь точно знаю, где находится у меня стаканчик. Но здесь самое главное не делать вот так вот, что «Оу, смотри, конфета здесь». Нет, мне нужно прям как бы сделать вид, как будто я правда пытаюсь угадать. То есть я там вожу рукой на стаканчиками, говорю так, думаю, нет, конфеты здесь нет. Потом вожу снова рукой и говорю, так, здесь ее тоже нет. И потом говорю, наверное, конфета здесь. И поднимаю стаканчик, показываю, что я нашел конфету. Ладно, мы с вами еще потренируемся, там покажете друзьям. А пока я с вами прощаюсь, пока. До свидания. Говорят, что чудес не бывает. И это всего лишь ловкость рук. Я бы не был столь однозначен. Верьте в чудо, и оно произойдет именно с вами. Вот такие у нас сегодня чудеса, а напоследок я отвечу на вопросы из нашей еженедельной рубрики. И сегодня вопрос звучит так: чем заняться на каникулах? Я считаю, что за каникулы нужно отдохнуть и набраться сил перед следующей четвертью или новым учебным годом. А еще обязательно посмотреть фильмец, почитать книгу и погулять с друзьями. Ну а с вами был Жорка. Шустрое утро прощается с вами. Просыпайтесь, улыбайтесь, позитивом заряжайтесь. И обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Пока!